Ультраполярное вторжение спутало карты календарной весне. Ее приближение мешает ощутить настоящие крещенские морозы. Последний день зимы синоптики и вовсе прогнозируют самым холодным в этом студеном сезоне. Но даже такие аномальные минусы за окном не помешали рыбакам-любителям скрестить удочки в традиционном соревновании по подледному лову. Вместе с ними морозила нос и считала хвосты наш специальный корреспондент Наталья Савицкая. Мороз и солнце. День чудесный, особенно для рыбалки. В Наволоке с утра было минус 30, потом подразогрело. До клевого места пешком, техникой нельзя пользоваться по условиям соревнований. Главное успеть вернуться к финишу. И рыбу лучше ловить упитанную. Больше 10 особей одного вида жюри все равно не принимает. У нас соревнование называется «Зимний хищник», то есть ловим мы только хищную рыбу. То есть белую, плотву, мы это не принимаем в зачет. Вот, ловить можно на все, на мормышку, на блесну, на балансир, то есть на безмотылку. Без разницы. Первое оружие, которым пользуется рыбак, это коловорот. Коловорот. Здесь толщина льда около 30 сантиметров. Говорят, я должна управиться секунд за 20. Сейчас проверим. Андрей, только камеру не выключай, я просверлю. Сколько секунд уже? Первая готова. Видимо, вот так и греются. Позади целых 5 часов у лунки, но Егор расстроенно потирает нос. Его улов сегодня 0,0. Дядя, который привез его на рыбалку, анализирует. Наверное, тактику выбрали не ту. Ну да и ладно, счастье не в рыбе и даже не в ее количестве, а в хорошем настроении. Было оно сегодня? Было. А рыбы не было? А рыбы не было. Ничего страшного, главное, настроение не пропало. Первая рыбина, которая клюнула, сошла в лунке, немножко не дотащил. И почувствовал, что, наверное, результат будет плачевный. Это такая примета. Ну, это вот лично мое. Часто такое бывает, что когда сход первой рыбины, то потом... Рыба к соревнованиям, видимо, тоже подготовилась. Клев на озере небольшой. Михаил Зюзин знает, что окуня надо искать, но времени мало. Сам он приезжает рыбачить в Новгородскую область аж из Ленинградской. Говорит, здесь добычи поменьше, зато народу тоже никто не мешает. А ловит на балалайку. Удочка на нее похожа. И на уху, и коптить. Котик любит у меня рыбку очень. Сижу, играю. Вот уже только, ребята, мне пора бежать. Финишу, так сказать, буду закругляться. На финише контрольное взвешивание и рыбные разговоры. Десятки новгородских семей в эти выходные остались без мужского внимания. А Юля, как жена декабриста, на лед за мужем. Сегодня она впервые и сама в числе участников. Ее дебют уже взвесили. Просто было интересно, правда. Никогда на рыбалку не ходила. Ну, так, может быть, как-то летом, я не знаю, в деревне. А так, чтобы... постоянно не было. Но адреналин очень, когда рыбка клюет, сильный адреналин. Когда не клюет, спать охота. Итог соревнований показал, что у кого-то удача все-таки не сорвалась с крючка. Самый впечатляющий улов составил почти 1,5 кило. На ароматную уху хватило. Из Новгородского района Наталья Савицкая, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.